Всем привет! С вами Digital, и это эксклюзивные стримы для избранных. Продолжаю проходить Крок Legend of the Globus. Процентов 40 игры было пройдено уже. Текс. Что там, картинка-то есть? А чё картинки нет, простите, извините? Здравствуйте, я ваша тетя. Ну вот. Теперь есть. Ох, что это сплит. Поехали. Долгие загрузки. Привет, апдейт. Процентов 40 игры пройдено. Так, кто? Посмотрим, насколько меня хватит. Ну,
Часика два поиграем. Так. Load game. Ну да, вот, 40%. Level 3-4. 3-4. Вот предыдущий уровень был. Вот этот вот Light Scamel Action. Это какой-то пипец вообще. Это, наверное, час потратил целый. Так, ну ладно. Sand and Freedom. Поехали. Resident очень легкая игра. Вот. Хоть и от Capcom. Игра релакс, это смотреть релакс. Я тут потею, понимаешь? Старые платформы в 3D всегда релакс. Тю-т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 ю
малыш. Заманушный шарик какой. Камера, покажи, что передо мной, пожалуйста. Шарик. Да как это? Какого хрена он? Я не понял, что это. Я-то пошел. Чё вы там? Ой, какой ад! Чё-то мне кажется, на этом уровне-то я и останусь. Тупи, тормози. Знакомые все люди, но неизвестно где. Нахрена я пропрыгал-то? Ключ-то у меня уже есть. Воу. Тупи, тормози. Ой, ну нафиг эти ваши кнопки. Все равно я эти изумруды не собираю. Уже. Что тут можно как-то вот так вот сделать? Уи!
Ну, рыбы-то где? Что-то подтормаживает порой. Надо было попробовать разогнать процессор. PlayStation. Так. Там, кстати, наверное, последний изумрудик, да? Блин, ну такая подстава вообще. Сейчас же промахнусь. Сейчас самое время для кота цитрить. Блин. Страшно. Зулиан Вафлерс. Как это почему? Ну когда-то она должна быть. Хорошая теплая игра. В том плане, что это подгорает, да? А так да, хорошая теплая. В зоне неплохо. Так, не промахнуться бы сейчас вот. Камрейд Литербокс, здравствуйте. Эван Стар 3, добрый вечер. Кушу. Что это такое? Опять шмат? Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Может быть. Все может быть. На зубы крокодил. Так. Камера. Ой, ну я ядрил эти прыжки дурацкие. Сейчас же зафейлю. У меня вообще обратно, нет? Обратно, судя по клетке. Вот это санина. И чё, простите? Опять прыгать, что ли? Вы издеваетесь вообще, что ли?
Шукуши, она была известна еще в японском релизе, недавно в Стиме переиздали. А под каким названием? Под тем же? Ultimate Firpo. Здравствуйте. Hello, everyone. Что-то, судя по никам, сплошные иностранцы, мне так кажется. Мне уже который стрим, это кажется. Иби. Давай, блядь, забегай. Я сегодня прям прыгаю, прям акимастер просто. Наловчился, что ли? Ну и зря я это сказал. Это я выдал, ничего себе. Кстати, выход с уровня. Ты слышь? 30 изумрудиков пропало вообще. Как здесь, я что-то не пойму. Память, тут, по-моему, он это и делает. И зубом одним единственным. Все профукал. Просто все профукал. Так, вот там вот бонус. Не, нафиг. Не пойду. Не-не-не. А у меня и нету этих самых. Брульянтиков, изумрудиков. Когда он прыгает... Клич такой, будто сейчас скажет Хадоукин. Было 33 вот этих вот камушка. Все растерял по дороге. A leap of face. 3-5. Так, надо сохраниться. Ту-ту-туру. Сорок два процента пройдено. Good game. А ты думаешь, там что-то изменилось со вчерашнего дня? Бонус бери, бонус. Сезам, откройся. Сезам, отдайся. Thank you.
СМИ и Марио. Чё-то давно я Марио, кстати, не играл. Надо сыграть какого-нибудь на 3DS. Подтягивается, прикольно говорит. Что-то типа хренок. Это вот за кнопка. Я не Старых постоянно такой вопрос был. Ха. Что же там открылось? Кстати, я ни одну ларку тоже не играл. На стрим так точно. Что я творю? Что я творю? Очень может быть. Профессионал просто. Гейминг сейчас пошел. Зря это сказал. 50 изумрудиков профукал.
Ладно, 49. Один все-таки поднял в последний момент. Ты слышишь? Говноед. Так, вот здесь вот непонятно, как прыгать. Блин, ну такой миллиметраж, ну такой... Я ядрил вообще. Тихо ты. Ой, топичные платформы. Когда прыгать-то ты чё-то не пойму никак. Сейчас. Остановите землю, я сойду. Я уже потерялся, куда прыгать-то. Он еще не всегда падает. Странно как-то. То так, то сяк, то это. Ой, мамочка. Бабочка! Унеси меня отсюда, пожалуйста. Тихо. Опасный момент. И гол. Ха-ха.
Внимание, вопрос. Прикольно. Двери открываются, закрываются, закрываются, открываются. Ну что, рискнем? Или уйдем уже с этого адского уровня? Безбашенный пикалю. Сейчас еще часа на два. А, прикольный уровень. А что они? А, они тырят эти изумрудики, что ли? Скотина. Я теперь понял. Слышь? Оставь мой изумрудик, сволочь. И ключ стырил, тварь. Говно, а не бонус. Вот так вот мы проходим бонусы, короче. Сорок 4%. Детская игра. Легенькая. Все, нахрен этих покемонов. Все, нахрен. Не, ребят, извиняйте. Пушистая братва. На этом уровне вы все тут останетесь, походу.
Кто будет прыгать-то ядрить? Там вроде нажимаешь прыгать, а он по инерции бежит, что ли. Надо ждать. Ждать надо, ядрить, а не нестись, сломя голову. И в трубу. Не, чувак, ты остаешься здесь. Сраная платформа. Ой, бред. Ой. Ладно, покемоны спас. Ну ок. Как здесь-то прыгать, я не пойму. С упреждением, что ли, с каким-то, или что? Какого хрена он катается по этим... Хотите челленджа, заказывайте стримерам эту легкую детскую игру. Пусть они ее проходят. От и до. Какая там еще-то была? Реймон, что ли? Вот Реймон и вот это вот. Две детских игры.
Ё-моё. Конец-то ядрить. И там еще 100 тысяч дверей. Нет, наверняка. Охренел, что... Я ядрю. Вот сейчас, пожалуй, соглашусь на Этрике. Какие-то затяжные уровни. Этрике вчера приходил, говорил, ой, длинные уровни. Вот и выход, кстати. Все, нафиг. Нафиг. Ни одного покемона не спас. Кактус Джекс Ранч. Сорок шесть процентов игры пройдено. Походу босс сейчас будет. Давайте посмотрим на босса. Yeah.
Вот это ничего себе. Ну охренеть, охренеть, замануха. Заманушка просто ППЦ-пот. И падаем. Берем и падаем. Нормально, нормально, мне нравится. Попич 10 из 10. Пока до босса дойдешь, 100 500. Под уровней надо пройти. Ух ты, ё! Твою, ничего себе! И как его убить, простите, извините. Устадывай копыт. Хотя не такой уж адам. Пройдено. Босс легче, блин, чем уровни. Четыре один. The Tower of Power. Так, надо сохраниться. На этом с кроком закончить. Интересно, 50% на этом, да? Нет, 48. И начать, как и обещал, другую игру. Есть там кто живой-то? Ну и ладно.
быстренький стоп-старт. Ну а пока всем спасибо за внимание.